Раньше этим миром правили титаны. Бессмертные повелители стихий, могущество которых было соизмеримо лишь с их гордыней. Они окружили себя армиями, а во главе поставили магов, смертных, которых они одарили силой своей крови. Минули сотни лет, изгинули титаны, а магов же обычные люди сочли слишком опасными, и началась великая чистка огнем. Орден Пылающей Длани уничтожал всех, в ком могла быть хоть капля крови титанов. Но некоторым удалось спастись.